Господа. Привет. Можно оставить? Да, конечно. Спасибо. Ты новенькая? Да, сегодня первый день. Ай, что такое? Каблук отвалился, представляешь? Иди-ка сюда, заходи. У меня тут молоток и гвозди. Иди. Сейчас иду. Где дипломат? Я тебе все объясню, мама. Моника, что ты сделала с моими деньгами? Когда появится Монтеагуда, пусть оставит все, что у него в карманах в гардеробе. Когда он будет говорить со мной, в карманах у него не должно быть ничего. Ясно? Ужин. Нет, я пойду. В результате столкновения пассажирского автобуса, следовавшего в Кораль-де-Бусто с автопоездом, трое человек погибли и 20 получили ранения различной тяжести. Имена погибших: Умберто Гарсия, Хасинто Бенитес и Лукреция Мальбаседа. Нет, нет. ¿Cómo es la vida sin tu amor? Yo no sé cómo se puede estar así. Llueve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí. Sé que estás cansada de luchar. La respuesta en la verdad. Yo te abrazaré y serás mi estrella, una luz amiga en la tormenta. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan el fuego y la pasión y vive este momento.
vivir, no tengas miedo a la felicidad. Валерия, дочка, очнись. Сеньора, сеньора Марта, идите сюда. Помогите, надо отнести ее в комнату. Дочка, в чем дело? Доченька. Мама, деньги не твои. Они теперь у того, кому принадлежат. Моника, даже думать не хочу, что ты отдала их Чавесу. Да. С ума сошла? Чего ты этим добилась? Я отдала то, что он хотел, чтобы он оставил нас в покое. Боже, боже, какая ты наивная! Объяснить, что происходит. Хотя все равно, для тебя существует только Пабло. Его вытащила, и ладно. Мама, мама, помолчи и успокойся. Чавес не знает, кто отдал ему деньги. Конечно, а то Чавес дурак. Понимаешь, в какое положение ты поставила меня? Что будет, когда Чавес поймет, что Мерседес жива, а я Берта? Никто не узнает, что ты Берта, мама. Давай закроем эту тему. Мерседес умерла. Чей еще мог быть гроб там, в подвале? Зачем Лусиана прятала его столько лет? Чей? Чей, чей? Мерседес жива. Жива, только ты этого не понимаешь. Мама, успокойся, успокойся. Послушай. Знаешь, что я думаю? Ты помешалась на мысли о том, что Мерседес жива. И ничего вокруг не замечаешь. Мама, пойми ты, наконец, выкинь эту мысль из головы. Мерседес умерла. Умерла. Сеньора, какой ужас. Мне их так жаль. Они были такие славные. Но что произошло? Несчастный случай. Глупая смерть. Какой кошмар. Извините, сеньора. Вы их знали? Да. Лукрецию и Хасинта нельзя было не любить. Их нельзя было не любить. Они были моими соседями в Коральде-Бустов. Их племянница убиралась у меня в доме. Хорошая девочка. Лучше не вспоминать. Эта земля еще ваша? Нет. Пришлось продать. Такое красивое место. Но лучше не вспоминать. Никогда. Твой бокал. И пошли ко мне в кабинет. Зачем? Давай здесь поговорим. Мне нравится, когда вокруг много народа. Да и времени у меня немного. Как скажешь. Кто прислал мне деньги? Какие деньги? Не понимаю. Деньги, которые я требовал у Моники де Марко. Не знаю, откуда мне знать. Но ты же их получил, ты этого хотел. Слушай, ты же меня знаешь. У меня куча дел. Неужели ты думаешь, я бы так гонялся за 300 тысячами долларов? Не знаю, что и дома, Чавес. И, честно говоря, я и знать не хочу, что тебе было нужно, и что ты не договариваешь, и даже не знаю, передали их тебе или нет. Ну ладно. Меня интересовали не деньги, а дипломат. В нем было кое-что еще. От Аугусто де Марко мне была нужна дискета, понимаешь теперь? Моника де Марко считает, что теперь я оставлю ее в покое. И ошибается, потому что теперь ей от меня не избавиться. Лита, ты где? Лита, на помощь, быстрее! Посмотри, что там. Ты
Насколько я понимаю, ты уже высказал все, зачем меня вызывал, да? В общих чертах. Это все только цветочки. Передай Монике де Марко, что она подписала свой смертный приговор. Зачем так круто, Чавес? А что? Не появится дискета, она умрет. Только дискета сможет отменить этот приговор. Только дискета заставит меня проявить скрытую от остальных сторону моей души. Понял? Я пошел, друг? Я тебя провожу. Заодно посмотрю, что там случилось. Еще раз повторяю. Мне нужна дискета. Мама, скажи, что это неправда. То, что сказали по телевизору. Дочка, это несчастный нет, случай. Нет, я должна поехать. Я должна поехать. Послушай меня. Не задерживай меня, папа. Послушай, пожалуйста. Я думаю, тебе лучше этого не делать. Тебе станет только хуже. Лукреция и Хасинта умерли, дорогая. Ты им уже не поможешь. Но я жива, и я хочу с ними попрощаться, поцеловать их на прощание. Почему все, кого мы любим, погибают? Почему, мама? Такова жизнь, доченька. Они должны были умереть. Что? Да. У грустной истории должно быть завершение. Вот, например, Валерия. Она в таком состоянии, потому что не видела свою дочь. Ни живой, ни мертвой. И она будет мучиться. Но Лукреция и Хасинта довели свою историю до конца. Если хотите, я готов сопровождать ее в Кораль де Бустос. Вы можете быть уверены, что с ней все будет в порядке. Валерия, решать тебе. Хочешь, чтобы я поехал с тобой? Вот. Очень хорошо. Его не хватало. Тереза? Да? Привет, как дела? Хорошо. Я устала. Ты не принесешь мне ужин в комнату? Я понимаю, что... Да, конечно, сеньорита Клара. Конечно, сейчас принесу. Большое спасибо. Нет, за что? Ты душка. Тереза, а что, ей тоже носить комнату? А что? Она ведь такая же прислуга, как и мы. Перестань, Рене. Я что, переломлюсь, если отнесу ей ужин наверх? Ничего страшного. Только смотри, ни слова тете, а то она такое устроит. Я все знаю, мама. Ты видел по телевизору? Да. К тому же их знала моя пациентка. Я завтра еду с ней в Кораль де Бустос. Она хочет присутствовать на похоронах. Ты вернешься в Кораль де Бустос? А не забыл, почему мы оттуда уехали? Не забыл, что мне пришлось продать землю, которую я так любила? Мама, много времени прошло. Все забыто. Вряд ли меня кто узнает. Дай-то Бог, Маркос. Я тогда была на твоей стороне, потому что ты был еще совсем ребенком. Но это не должно повториться. Хочу, чтобы ты об этом знал. Ты понял? Можно, сеньорита? Ваш ужин. Надеюсь, вам понравится. Я сама готовила. Спасибо, Тереза. Ты не обиделась? Я такая же прислуга, как и ты. А, я это уже слышала. Нет, ничего. Ничего. Извините. Тереза, с успехом тебя в конкурсе. Надеюсь, ты выиграешь.
Я от чистого сердца. Вы это тете скажите, а то она совсем в меня не верит. Ешьте. Приятного аппетита. Бедняжка, она проголодалась. Ирена, ты скоро? Да, сейчас иду, только белье заберу из машины. Я туда боюсь ходить. Я не пойду. Ой, какая ты трусиха. Присмотри за ней. Я сейчас. Ну чего ты кряхтишь-то? Дрессита? Да-да, сеньора. Вы что-то хотели? Смени постельное белье, но сначала объясни, что здесь делает этот ребенок. Я, по-моему, все ясно объяснила, Ирен. Но, сеньора, ей не с кем ее оставить. Потом она уже собиралась уходить, она нам не мешает. Не знаю, сеньора, может вы пойдете ей навстречу? Ей же надо работать. Иди, смени белье, Трисита. Да, конечно. Подумаешь, поцелуй. Поцелуй, мы же одни. Я же тебе нравлюсь. Ну, Марта. Что? Ты же знаешь, что я о тебе все время думаю. Да, но если Лукреция и Хасинта узнают, представляешь, что будет? Да что будет? Мы же одни. И мы никому ничего не скажем. Я с ума по тебе схожу. Только поцелуй. Перережу тебе глотку. Так что не дергайся. Сеньора! Как ты меня напугала? Извините, я не хотела. Постель застелена. Хорошо. Пусть Ирена унесет ребенка. Немедленно. Понятно? Хорошо. Ну, что поделаешь? Давно, дочка, давно. Ты еще тогда не родилась. И вот я с тех пор его терплю. Послушай, Лукреция, я тебе что, силой здесь держу? У меня на двери замок, что ли, висит? Иди, мы столько пережили ради нашего счастья. И вот, на тебе. Ну что ты такое говоришь? Да ну тебя. Только не надо ругаться, не надо. Лучше расскажи, как все было. Пожалуйста. Ну уже. Понимаешь, ее родители, да, они меня на дух не переносили. Да ну! Что, да ну, что? Можно думать, твои меня любили, забыл? А что, ваши родители были против вас? Да. Когда я решила уйти к нему, пришлось оставить отца и братьев, а у меня их было трое. Представляешь? Троих оставила.
Почему было? Было. Потому что, когда я ушла к Хасинтам, понимаешь, все были против. И они для меня все равно, что умерли. Не знаю. Понимаешь, дочка, в жизни приходится выбирать. А родственников не выбирают. И тогда я решилась. Я выбрала Хасинта. Я вас люблю. Я приеду попрощаться. Я знаю, вы опять вместе. Вы где-то вместе. Дай Бог, чтобы у меня была такая же жизнь. Мне хочется кричать так, я вас люблю. Я вас люблю всем сердцем. Я вас очень люблю. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Что с тобой? О чем задумалась? О Гула. Странно. Не понимаю, почему его нет. Я тебя понимаю. Такова смерть. Это необъяснимо, Мерседес. Не знаю, как это объяснить. У нас было много общего. Мы голодали вместе, мерзли. Я тебя понимаю. Знаешь, что мы сделаем? Сходим погуляем. Тебя это взбодрит. Наденешь красивое платье. Не хочешь? Хочу. Только я все равно не перестану быть блаженной. Знаешь? Я давно хочу спросить, но не решаюсь. Когда тебе было хуже всего в жизни? Когда мне не хватало воздуха? Что? Я не могу объяснить, но мне нравятся места, где много воздуха, много солнца. Это мы устроим. Сегодня мы съездим в одно прекрасное место. Эстебан! Эстебан! Тепленькие! Диего, тысячу лет! Что, не ел пирожков прямо из печки? Да, и не вставал так рано. Это достижение. А ты думал, скоро нас вызовут в суд? Я не хочу подводить ни Альберта, ни себя, ни тебя. Диего, мне нужны кое-какие данные. Какие? Ну, например, те, что Паула получила из банка до Парагвай. Ладно. Только срочно. Сам я не могу их получить. Ладно, ладно, Эстебан, я достану, не беспокойся. Правда? Да. Только срочно. Езжу прямо сегодня, только для начала позавтракаю. Вкусно? Да. Валерия, будь умницей и возвращайся скорее. Мы тебя будем ждать. Не беспокойся, мама. Поцелуй папу. Присмотри за ней, Маркос. Не беспокойся, Агустин. Мы не задержимся. Пока, Агустин. Пока, Валерия. Не волнуйтесь. Спасибо. Мы да, ненадолго. Он заехал совсем неожиданно, Хорхе. До свидания. Убирайся, Рубен. Я не хочу тебя видеть. Успокойся, а то папа все узнает. Не дождусь, когда он уедет, чтобы покончить с этим фарсом. Ты этого хочешь? А ты как думал? Ты мне нужен только как поставщик, понимаешь? Так что гони сюда, быстро! Нет, хватит наркотиков, не то умрешь.
А зачем ты меня к ним приучил? Я хотел, чтобы тебе было хорошо. Я не хотел, чтобы ты стала наркоманкой. Слушай, у Сары все кончилось. А Салерна мне больше не дает. Что тебе надо? Таблетки сегодня же, а то скандал будет. Пусти, пусти, пусти. Я от тебя устал. Ты меня достала. Как старая вещь, да? Попользовался и выбросил. Да. Ты куда? Туда, где есть то, что мне нужно. Я от тебя больше не завишу. Рини, постой. Рубен. Это правда. Не знаю, Паула. Честное слово. Боюсь, Эстебан не справится. Я тоже боюсь, но не хотела бы об этом говорить. Почему? В чем дело, Паула? Ты единственная, с кем я могу говорить открыто. Альберто, я не могу судить Эстебана объективно. Он отец моей дочери. Он алкоголик, он бросил ребенка. И кто сказал, что он лучший адвокат на свете? С другой стороны, я не хочу его чернить. Так с человеком, которого когда-то любил, не поступают. Да, ты права. Но мне страшно, Паула. Страшно возвращаться в тюрьму. Не из-за себя, ей-богу, не из-за себя, а из-за Валерии. Ей так плохо. А тут еще один удар. Нет, она не выдержит. Еще друзья из деревни погибли. Что? Да. Они приезжали к ней в город, а по дороге домой автобус перевернулся. Валерия поехала на похороны, и мы не смогли ее остановить. Боже, она поехала одна? Нет. Маркусом, это ее лечащий врач. Ладно, Паула. Уходишь? Да, да. Я зайду к Эстебану, посмотрю, как у него дела. До свидания. Держи меня в курсе, Альберто, хорошо? Хорошо, не волнуйся. Пока. Где Валерия? Маркос. Что случилось, Сандра? Я была у врача. Отгадай, что он сказал. Я жду ребенка. У нас будет ребенок. Как это? У нас будет ребенок? Ты понимаешь, что ты говоришь? А что? Разве ты меня не любишь? Да? При чем здесь любовь? У нас не может быть ребенка. Не будь дурой. Но, Марко... Не может быть. Нет. Нет. Что с тобой? Так, уснул. Сон приснился. Просто сон. Я сделал все, чтобы ее вылечить. Все, чтобы вы ничего не узнали. Но у лжи короткие ноги. Но когда? Мы ничего подобного за ней не замечали. Это не так, Хуан Хосе. Ваша жена проболтала, что она экспериментирует с Трини. Трини стала агрессивной. Она ведет себя неадекватно. Мне страшно за нее и за себя. Она неуправляема. Рубен, надо ей помочь от этого избавиться. Это невозможно. Невозможно. Наркотики побеждает только тот, кто сам этого хочет. А она не хочет. Рубен, мне надо с ней поговорить. Куда она пошла? Не знаю. Временами она исчезает на целый день. И я не знаю, где ее искать. До свидания.
Ваш чай, сеньорита Моника. Пожалуйста. Большое спасибо. Тереза? Да? Как Ольга? Даже говорить не хочу. Она все рвется встать на ноги. А врач говорит, что торопиться нельзя. Но ей хоть кол на голове тиши. Она такая упрямая. Да, но ее можно понять. Да, но иногда она становится невыносима. Но она явно пошла на поправку. Да. Честно говоря, не хотела бы я оказаться на месте врачей. Не хотела бы. Какая ты, Тереза. Вот бы тебя тетя слышала. Дон Салерно, добрый день, да? Минутку, пожалуйста. Это вас. Меня? Спасибо. Моника, будь начеку. Чавес знает про дискету. Он не за деньгами гонялся. И что? Что теперь делать? Минутку, пожалуйста, я доложу. Слушай меня внимательно, Моника. Надо быть очень осторожными. Информация на дискете — это бомба, которая может взорваться в любой момент. На дискете дата, когда прибывают наркотики. Для Чавеса эта информация жизненно важная. Он гоняется за дискетой. Моника, дело дрянь. Нам надо встретиться. Поняла? Так что до встречи. Как интересно. Оля. Оля. Окей. Хорошо, хорошо. Тогда я поехала по магазинам. Мы встречаемся, где обычно. Хорошо. Да-да, пока. До встречи. Okay. Пока. Ciao, до встречи. Что там такое? Hola. Сеньор Салерно ждет вас в кабинете. Сюда, пожалуйста. Большое спасибо. Я не могу поверить. Не могу. Хоть и видела своими глазами, но я не могу поверить. Я так их любила. Мне очень жаль, Валерия. Я только теперь понял, как ты их любила. Страшная потеря. Сходим в цветочный магазин, а потом еще в одно место. Да, конечно. Но куда? Туда, где всегда были цветы. А теперь их и положить некому. Пойдем куда хочешь. Я узнал не только то, что Берта Ортегас жива, но и то, что у нее есть нечто, что для меня чрезвычайно важно, Салерно. Я ничего не понимаю. Может, вы мне объясните? Они надо мной издеваются, Салерно. Я не знаю, кто передал мне деньги Демарко, но в дипломатии было нечто намного более важное, чем деньги. В дипломатии, помимо денег, должна была быть еще и дискета с очень важной информацией. Демарко собирался нас выдать. Вы ничего не знаете о дипломате, Салерно? Нет, ничего. А о деньгах? Там была кругленькая сумма. Отдай! Вот тогда. Нет. Я ничего не знаю. Хорошо. Да, вот еще что. Вы знаете, что у Берта Ортегас есть дочь? Да, да, знаю, но я ее ни разу не видел. Вы уверены, Салерно? В чем дело, Чавес? Я не люблю загадок. Не любите, так разрешайте их, разгадывайте. Я ничего не понимаю, что вы хотите сказать. Дочь Берта Ортегас намного ближе к вам, чем вам кажется. Да что вы хотите сказать? Я не понимаю. Я дал вам наводку. И очень важную. А дальше дело ваше. До свидания. Сабрина! Я здесь, Лусиана. В чем дело? Позвони в аргентинское посольство в Вашингтоне. Хорошо, и что сказать? Пусть перешлют факсом фотографию дочери дипломата Демарко. Придумай что-нибудь. Скажи, потерялась, что мы ее ищем. Это срочно. Хорошо, Лусиана.
Зачем ты ее сюда притащила? Надоело баюкать. И мне надо выйти. Да и тебе не помешает с ней посидеть. Я ее покормила, она будет спать. Я ее не выношу, Карла. Какая же ты мать? Ты же так хотела ребенка от Лусиано. Не будь лицемеркой, Карла. Мы обе прекрасно знаем, что она не моя дочь. Но она помогла тебе достичь цели. А что, если Лусиано знает, что его дочь не совсем его? Ты думаешь, я буду тебе вечно за это благодарна? Больше всех выиграла ты, разве не так? Я хорошо сделала свое дело. Я это заслужила. Это как сказать? Моя-то дочь еще жива. Смотри, если она... Этого не произойдет, Элена, не дергай меня. Надеюсь, что не произойдет. Да, потом твоей дочери до тебя никогда не дорасти, Элена. А вот и папочка. Побудьте втроем. Девочке нужна ваша забота. Пока. Я ее не выношу, не выношу. Я проклинаю час, когда она здесь появилась. Я тебя таким никогда не видела. Старею. Я млею, когда ее вижу. В конце концов, она моя дочь, моя кровь. Но все равно, это странно. А что здесь странного? Когда я на вас смотрю, у меня самое сердце заходится. И все-таки странно. Ты видишь, как все обернулось? А ты сомневался. Нет, и богу, я старею. Красавица. Лу, чтобы дополнить картинку, было бы неплохо, если бы мы с тобой... Ну, ты же понимаешь. Мы с тобой. Ну, чтобы мы подарили Малине настоящую семью. По-моему, настало время. Да? Да? Время для чего? Ну, Лу, время жениться. Жениться? Нет, мне кажется, это время еще не настало. Почему не настало, Лу? У нас же дочка. Твое желание исполнилось, почему бы нам не пожениться? Потому что нет. Дочь — это дочь, брак — это брак. И мне очень не нравится, что ты пытаешься воспользоваться моментом. Ну, женщины, ничего за просто так не сделают. Пустите меня. Извините, туда нельзя. Я ничего не сделаю. Умоляю вас. Что там случилось? Что она здесь делает? Извините, я не смогла ее остановить. Ладно, Эрен, я сам ей займусь. Извините, сеньор. Что вам здесь надо? Вы знаете, что мне надо. Вы прекрасно знаете. Выставь эту сумасшедшую из дома. Я все равно не отстану, Салерно. Вы хотите меня убить? Вот она я. Только дайте мне! Заткнись, заткнись! Дайте мне вашего яда! Дайте яда, дайте яда! Выведи ее отсюда и дай ей, что она просит. Вы меня убьете! А с Рубеном что делать будете? Выведи ее. Сделайте из него убийцу, негодяй! А ты что, уставилась? Да нет, ничего. Я звонила в посольство, они пересылают факс. Хорошо. Факс как раз идет. Хорошо. Но Рубен придется принимать решительные меры. Такое творится. Была твоя жена, требовала наркотики. Такой скандал устроила. Черт побери, кто ее видел?
Да все. Луциана, вне себя, Рубен. Будь осторожен. Я тебя предупреждаю. Понял. Спасибо за предупреждение. Я еду. Прекрасный день. Да, сеньора. При чем ты, сеньора? Я просто Жасмин. Хорошо, Жасмин. День прекрасный. Извините, можно остановиться? Конечно, Раймонда. Остановись, пожалуйста. Что-то знакомое? Этот дом? Сара! 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 Стакан воды. Почему здесь нет воды? Сара! Сара! Извините, сеньора, это не повторится. Подходи, Трини. Не подходи. Ты меня уничтожила. 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 Тебе Рубен сказал? Ты сама все сказала, дочка. Что он тебе сказал? Что он сказал, папа? Папа. 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 Папа, что будем делать? Не знаю. Для начала уедем отсюда подальше от столицы, чтобы нас не нашли. Я знаю, что ты обманываешь Чавеса. Ты прекрасно понимаешь, что это значит. Сколько стоит мое молчание? Черт. Валерия, а чья это могила? Ничья. Здесь убили Сандру. Ты не знал? Нет, не знал. Пойдем, Валерия. Обещаю, я узнаю, что стало с твоим телом. Я тебе это обещаю, Сандра. И я сдержу свое слово. Клянусь. Пойдем, мне не хватает воздуха. Да что с тобой? Почему ты такой? Я и сам не знаю, что со мной. Пойдем, Валерия. Маркус, что ты знаешь? Что-то, чего не знаю я? Что-то про исчезновение тела? Что-то про смерть Сандры? Здравствуйте. Здравствуй, что будешь пить? Да нет, ничего. А можно спросить? Конечно. Я ищу девушку, она не местная, но вы ее наверняка видели, ее зовут Валерия. И парня, его зовут Маркус. Маркус. Маркус, а дальше? Пиральта. Маркус Пиральта. Извините, кого он ищет, папа? Никого, иди, иди. А мне показалось... Я же сказал, иди. А ты послушай, что я тебе скажу. Если ты друг этой сволочи, то лучше исчезни. А если ты его увидишь, передай, что если он хочет жить, то пусть бежит без оглядки. Понял? Я его убью.
amor, la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan el fuego y la pasión y vives de momento. Que la vida se nos va y es tiempo de vivir, no tengas miedo.